Монеты FIFA Ultimate Team, а также учетные записи Xbox и PlayStation с монетами вы можете приобрести у Димы Кривенко. Качественное обслуживание, доступные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, и сегодня на моем канале будет сборка состава. Не самое, возможно, веселое из футболистов, которых с нами уже больше нет и никогда больше не будет. Решил я вот такую вот грустную сборку состава сделать, и, в общем, без наших главных лиц команда выглядит вот таким вот образом. Кастро будет бегать на ФРВ, вот с такими вот статами, я думаю, это будет весело посмотреть. Марко Ройс, два неизвестных никому бельгийца, ну, может, кому-то известный, Джилет и Овермайер. Слева будут стоять два игрока представителя ЮАРа, это Махамутса и на ЛФЗ Масилела, вроде правильно почитал его фамилию. И справа у нас будет стоять Бьоркстром. В общем, вот таким вот образом выглядит наш состав. И, собственно, давайте же сейчас я вам покажу футболистов, ради которых, собственно, я и делал эту сборку состава. Первым игроком у нас будет Сензо Мейва, который погиб в октябре 2014 года. К нему в дом ворвались грабители, и перед глазами его жены его, собственно, застрелили. Ему было 30 лет. Понтус Сигерстрам скончался в октябре 2014 года от опухоли головного мозга. Ему было 33 года. Центральный защитник Грегори Мертенс в апреле 2015 года, прямо во время матча, потерял сознание, и у него была зафиксирована остановка сердца. Дальше его отвезли в больницу, он был в состоянии искусственной комы, но 30 апреля, не приходя в сознание, он скончался. Ему было 24 года. Один из самых перспективных футболистов Бельгии и в целом футбола – Юниор Маланда. Погиб он 10 января 2015 года в автокатастрофе из-за того, что водитель, с которым он ехал, превысил скорость, и во время дождя они попали в автокатастрофу. Погиб лишь Маланда, водитель и пассажир, которые рядом с ним сидели, также получили травмы, но они выжили. Маланде было всего лишь 20 лет. В общем-то, вот таким вот образом выглядит наш состав, и, возможно, кто-то скажет, что как-то некорректно и неэстетично играть мертвыми футболистами, но что уж поделать, они есть в FIFA, есть такая возможность за них поиграть, и эта возможность последняя в 15-й FIFA, потому что в 16-й их не будет, и, собственно, пойдемте сыграем одну катку. Итак, нашим и нашего соперника, 86 рейтинг, Азар, Агуэро, Неймар, Туре. Ну, в общем, понятно, такой около гибрид Лиги Уан, Тиаго Сильва 1 из Лиги Уан, АПЛ и Лига ББВА. Окей. Так, ну что, поехали. Посмотрим, что получится из этого матча. У соперника команд сильнее, конечно, но у нас есть читерский Кастро, у которого все статы там под 99, и это был ужасный удар. Так, Маланда, молодец. Марко Ройс, блядь, очень плохо. Маланда. Маланда, замах. Маланда, удар от Маланды. Нихера себе, какой гол, Маланда. Третья минута. Нихера себе, Маланда. С ударами 56. Охереть. Вот это голешник. 1-0. И вот этого я, конечно, не ожидал. Я, конечно, надеялся на то, что удар получится. Но чтобы так, Маланда зарядил. Охереть. Смотрите. Дрэгбэк. Замах. И бам, в дальний угол. Ебать. Так, Марко Ройс. Марко Ройс. Марко Ройс, и 2-0. Кто это забивает? Маланда. Снова Маланда. Ни хера себе, дубль уже от бельгийского полузащитника на 8-й минуте. Вот это, блядь, события очень быстро развиваются у нас. Нет, 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 нет. Набегает всех Агуэро и голкипер. Голкипер на месте. Носим нахер. Отлично, Марко Ройс. Давай, давай, ты первый должен быть у мяча, Марко Ройс. И тут надо делать счет 3. Нет, 3-0 не получилось. Куртуа на месте, и да. Так, Маланда неплохо отрабатывает в защите. Так, Забалета на фланге. Забалету нужно остановить. Нужно остановить. Нет, нет, только не пенальти, только не пенальти. Ничего не было, ничего не было. Отбор. Так, подача. Подача, и ух, как нас пронесло. Здесь одним движением вот так вот наебу. Марко Ройс вообще не почувствовал. И счет должен быть уже 3-0, но, сука, почему-то Марко Ройс как-то неуверенно ударил. Так. Пас на Ройса, Ройс. Ну, а теперь-то он обязан просто... Да, Куртуа, ты что, охерел? Ну, ну! Да ты, блин, что делаешь, Куртуа? Все пропускал. Теперь что-то начал тащить. Нельзя. Молодец, красавец. Нет, 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 без привозов. Ух, голкипер. Вот это нахер сейф. Просто в упор тащит. Так, Кастро. Кастро. Кастро вниз на Маланду. Маланда может еще один забивать и... Не попадает немножко.
Так, Неймарчик. Неймарчик будет бежать, как я понимаю. Да, он будет бежать. И как же его остановить-то, блядь? Вот так вот надо останавливать. Так, соперник делает двойную замену. Он выпускает Думбия плюс Уолкот. Прекрасная просто замена. Так, Думбия. Нет, 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 нет. Пуканодробитель. Не надо. Пуканодробитель. Никакой сейв. Голкипер. Голкипер просто сумасшедший, блин. Мэйва. Провал. Посмотрите, он наверняка поставил всех в атаку. И мы можем забивать еще один голец, если все получится у нас. Так, кто там открывается? Нужен кто-нибудь, кто откроется. Нужен кто-нибудь, кто откроется. И 3-0. Вот так вот. Только что он мог мне забивать. И через секунду Маланда. Снова Маланда. Хэт-трик от бельгийского полузащитника. 62-я минута. Ну, просто замечательно все развивается для меня на самом деле. Так, Маланда. Маланда, блин, какой сейф от Куртуа. Не, Куртуа нормально отставил. Хоть он и пропустил 3 мяча, но там практически 100% моменты были. Хотя в первом лонгшоте я бы так не сказал. Неймарчика держать. Неймар вниз на Уолка. Так, кто-нибудь, и штанга спасает. И... блин, все-таки пропускаем. От штанги отскочила, но дальше уже... можно сказать, пустые ворота уже стрелял Уолкот. Посмотрите, нет, он не будет смотреть. Спасибо ему за это. 3-1. Нет, 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 нет. Снова проваливаемся, снова проваливаемся. Неужели 2-3 сейчас будет счет? Нет, только не тяни. Ну зачем ты это делаешь? Ну я не хотел. Блять, ну я цеплял, ну слегка. Я сразу отпустил кнопку. Так, постараемся угадать. И нет, не угадали. 3-2, 82-я. Блин, соперник-то сейчас еще и отыграется. Так, где Кастро у нас? Вон Кастро я вижу. Кастро, отлично. Просто сейчас решай, Кастро. Просто решай. Ну, пожалуйста, ну, блин, ну... что тебе сейчас помешало просто адекватно ударить по мячу? Так, все, судья, давай свести, уже запарил. Все, победа. 3-2. Хет-трик от Маланды. Более-менее уверенная победа. Под конец я что-то, наверное, расслабился и пропустил 2 абсолютно ненужных гола. В статистике лучший игрок матча Маланда. 3 гола. 2 ассиста от Марка Ройса. Кстати, Мэйва тоже неплохо сыграл. Он там очень крутые сейвы делал. В общем-то, чуваки, вот такая вот сборка состава у нас получилась. И если вам, собственно, понравилось, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под моим видосом. И все у вас будет хорошо. Всем пока.